Я, товарищи, должен сказать, что наши рабочие и будут работать над созданием материальных благ для построения коммунизма, товарищи! Вот именно. В Советском Союзе голод. Зарплату в треть урезали. Мы в демократии живем. Свобода, собрание, демонстрации. Виноваты. Виноваты, и надо отвечать. Какие меры приняты по нейтрализации криминальных элементов? Да что с ними разговаривать, арестовать всех? В случае чего стреляйте, открывайте огонь. Кто стрелял? Девочка, Светка! У меня дочка, девочка, я вот ее найти не могу. Новочеркасская у КГБ. Может, она у кого-то прячется? Света! Светка! На землю уехала! Что стреляет? Что вы знаете? А если в коммунизм не верить, во что верить? 国家に忠誠を誓った母親が選んだのは 権力と個人の狭間で生まれた究極の決断だった。親愛なる同志たちへ。